15 февраля православные христиане отмечают Сретение Господне. Сегодня в честь праздника митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий посетил Ялуторовск. В этом году здесь исполняется 10 лет со дня возрождения Сретенского собора и 15 лет православной гимназии. В учебном заведении состоялся концерт и награждение сотрудников. В негосударственной гимназии сегодня учатся 60 ребят, однако только первые 4 класса. По тем же федеральным образовательным стандартам, но с углубленным изучением православной культуры. После дети идут в обычную школу. Чтобы организовать полный цикл обучения, необходимо соответствующее здание. Мы надеемся, что все-таки вопрос будет когда-то решен, и это будет полноценная школа, не только начальная. Она имеет государственную лицензию, государственную аккредитацию. Но для Ялуторовска это великая честь.